В столице Заполярья вручили премию «Лидер года 2023». «Атомэнергосбыт» наградил лучших партнеров и спонсоров предприятия, которые способствуют экономическому развитию региона. Подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Дементьева. Надежное сотрудничество, развитие и успех – это все об отношениях «Атомэнергосбыта» с партнерами. Третий год подряд крупнейший поставщик электроэнергии в регионе собирает вместе представителей органов власти и бизнеса, чтобы наградить коллег премией признательности. Для нас это очень важное мероприятие, потому что сегодня мы пригласили именно тех наших партнеров, клиентов, друзей, которые, так же, как и мы, стараются каждый день становиться лучше. Потому что, развиваясь сами, мы развиваем в том числе и нашу область. Энергосбытовая компания, помимо профильных задач, реализует и другие знаковые для региона проекты в сфере спорта, волонтерства, экологии, культуры, инфраструктуры и цифровых сервисов. Мы видим эту поддержку. Мы видим, что не только руководство компании, которое входит в госкорпорацию «Росатом», но и весь коллектив очень активно себя ведут в общественно-социальной жизни нашего региона. И мы поддерживаем эти начинания, поэтому я здесь, как представитель Мурманской областной думы. Поэтому мы считаем, что социальное партнерство «Атомэнергосбыта», оно должно развиваться во всех муниципалитетах Мурманской области. И здорово, что число таких муниципалитетов возрастает год от года. Уметь найти общий язык и договориться – ключевые компетенции, которые помогают наладить качественные деловые отношения. Наш муниципалитет, он старается быть платежеспособным, хорошим плательщиком. И у «Атомэнергосбыта» наш муниципалитет является хорошим партнером, хорошим клиентом, наверное, так. Обладателями премии признательности «Лидер года 2023 стали 20 организаций и представителей органов власти в 4 номинациях: «Энергия Севера», «Эффективность», «Надежный партнер» и «Стабильность». Все лауреаты получили статуэтки, благодарственные письма и памятные призы.